as it gets done. The brightest flame burns quickest. That's what I heard to see. Sometimes it's better, but I must find my way. Let my heart go. Let your sun glow. Mama, let my heart go. Or let this heart be still. Жуйте говно, блядь. Ой, одного нокнул в голову. Патронов нет вообще. Где-то телепок был, это моё, где он? Это он был. Все, спиздил у него. Он где-то поднялся. Хорошо. Мелочь, а приятно. А где тут патроны там? О, броня есть, видите. Ремонтирую себя. Вы в хранилище побежали уже? Я в город удали, да. Опять обновление. Что? Опять обновление? Да, ну небольшое. Уже знался, блядь. Достал тоже. Как я его пропустил там? Кого? Броник. Как ты его пропустил? Не знаю.
Так он лежал просто так. Просто так. Давайте проверим, что. Так, у меня походу много говна. А наш тип на поезд запрыгнул. Размещаю трос. Ты в хранилище? Угу. Иду. Бросаю крюк. Заходите в туннель. Сейчас все самое интересное спиздишь, там, блядь, ничего не останется. Я открыл хранилище для всех своих друзей. Да что ты, блядь, для всех своих друзей. Сам, блядь, все, лудать пошел. А тут ничего нет, то я тебе больше скажу. О, одна фиолка лежала, все. В смысле, золота нету? Ничего нет, а вот щит есть. И то у меня есть уже он. Ну что, я фиола залутал. У меня фиола только залутал броню и все. У меня тут много чего фиола залуталось. Тебе больше повезло. Да, щит там есть у меня. В принципе, все, можно идти куда-нибудь умереть. Ульф, ты ж нас ждешь? О, удочка. По счетам вообще фигня, только маленькая. О, пивасик. Да, тоже вообще пивасик. Ку-ку. О, там дальше война идет, все нормально, идем. Мы же вдвоем в курсе, да? Ну и что? Я так просто я... держу в курсе. Я бы один пошел бы. Я не сомневался. Особенно под пивасиком. Только не на кого идти, видишь? Где я? Где вы, мудрячё, блядь? Вот мы постоянно как-то, блядь, своим блутанием оказываемся в центре зоны, а нас зажмут со всех сторон. Мы должны подсасываться к пацанам, а не к нам, блядь, по полсервера, блядь. Не, мы только можем подсасывать. Ну вот поэтому, блядь, мы и можем только подсасывать. У нас со скиллухой нормально все, а вот с координацией, блядь, вот это беда, конечно. Вот куда ты похуярил? Я-то внизу лежу, бегу, блядь. Лежу, говорит. Лежу ли внизу, да? Вставай, блядь, давай. Хорош лежу. Война нам. Гаваню, блядь. А, мне поезд сбил, блядь, тут поезд. Я разворачиваюсь, короче, понял, за меня поезд, блядь, мне в лицо. А поезд пустой? Да. Да. Только я там овилмах нашел себе на R99. А так, да, так пустой. Не, ну он-то открытый там был. Вот типов нашел, походу. Или не, нет? Не надо типов, ебать. Пойду посмотрю. Вот как ты сейчас там в одно лицо будешь смотреть? Так просто посмотрел, поломали ебало. Не, я прицел просто хочу посмотреть. Здесь корпусный. Здесь корпус. Здесь хаос. О, вот это я хочу. Это мне. Нихуя себе золотой. Хотя... Блять, не сильно-то я его и хочу. Я не знаю, что я все хочу. Блин, вот это я не знаю, как что мне делать. О. Ух ты! Блин. Не буду я, короче, брать золотой. Не хочу. Мне это пригодится. Вот был бы мастиф бы я забрал. А это. Это нет, я это не хочу. А где там фиол этот самый?
Так у тебя есть же фиол. А, кстати, да, а что он у меня есть? Где его взял? Потому что тип показывал. Вон. Забись, только я вообще не там. Ну, пацаны. Пацаны. Я их не вижу. Где ребята? Они на крыше или где, блядь? Влад, где они? Ну там где-то, я не знаю, они везде повсюду бегают, их много там, не один. Прямое попадание. Попал. Один без брони. Использую крюк. Перезаряжаю. Полк, вижу купол. Вот там где-то, значит, они. Хилятся, пташки, блядь. Походу их нашли. О, я кого-то поджег. Трос установлен. Одна минута. Кольцо. Хочу супер трюк сделать, смотри. Вот. Они хилятся тут. Одного нокнул. Я вырубил врага. Он побежал. Блять, авиаудар от Бангалора. Как я красиво на трассу ушел, это пиздец. И обратно. Они что, блядь, бессмертные, блядь, не пойму нахуй. Ну ё-моё, ну стыд. Где эти дурочки? Ты заебал, ну ты можешь сдохнуть уже, блядь. Я могу, если надо. Чемпионе можно забыть. Остались только мы. Влад, мне нужна твоя помощь. А, ты рядом, отлично. На крыше или внутри? Не знаю. На крыше. Только не залетай. Они у меня тут. Да, тебя побежал, да. Блин, заебал убегать. Беру с собой баннер нашего союзника. Хорошо. Попал. Враги. Ты один сейчас. Я знаю. Пусть попробует меня типа убить. Где, наверху сидит? Да. Ого! Быстрый! А он летит на трассу. Серьезно? Да. Где? Добивай. Отсоси, блядь. Гандон. Я подымусь. Хорошо. Кто-то сегодня умер. Но не я. У него есть фасхил? Лечусь. Нет. Но остаюсь на стороже. А где мы можем типа поднять? Не знаю. Сейчас я себя починю. А типа клевнул. Похуй. Не, это да. Блять, хочу что-то 301, если не знаю. Я возьму его еще, если хочу, блять. Чё типа клюнул, я не пойму. Он что, у нас не верит, блять, или что, не пойму? Ты ему не нравишься. Ну так что-то меняет, блять, вообще. Ну, да. Ого, тут всякого говна. А там еще нет. Ну там хилки. Нихера себе. Нихера себе. Тяжелые, фиолетовые, ничего нету, говорит. А, просто мне, но не показывает. Легкие.
Кольцо не слишком далеко. У меня кто-то бегает. Осталось 45 секунд. На крыше, походу. Пойдем через низ пройдем, не лезь на крышу. А вот и я. Ты тут? Да. Там трое. Я вообще пиздец не хочу с ними драться. Там под фендер. Так, стой. Ставлю портал. Не над нами. Килюсь. Давай. Долби. Тихо. Может, не заметят меня. Отводи их дальше. Хилюсь. Давай, хилюсь. Блять, Дима. Тихо, все нормально. Дверь выбивает. Хилься. Он поднимается. Тот тип? Да. Это где он? На крыше, да? Да. Ага, понял. Еще два вражеских отряда. Похоже, мы разделались с лидером по убийствам. Круто. Есть фасхил у них там? Больника нет, да. Феники здесь. Так, надо подхилиться. Надо легкие патроны. Да, это бесспорно. Да. Феникса два штуки выкидал. Да я взял. Все, мне хватит. Так, что у меня? Три. Так, это есть. Все, пойдем. Меньше 30 секунд. Кольцо в двух шагах. Куда мы можем через портал попасть? Просто побежали пешком. Блин, ну это не вариант. Все, буду засадить мы все. Какой толк? Зона сейчас не здесь сузится. В смысле не здесь? Ну в смысле после того, как она здесь сузится, нас будут... Ну потом будем решать. Ну ладно. Может они начнут ебашиться? Хорошо, я другую сторону чекаю. Если будешь убегать, только скажи мне, ладно? Угу. Я пивасик пью. Говорю тебе. Вкусный, мягкий, классный. Ой, как замечательно. Мы пойдем? Бежим. Что пойдем, блядь? Уж не отстал я, блядь. Нам надо в другое здание, вот туда. Может, здесь найдется что-то делать? Как раз нам надо это здание. Почему? Потому что надо идти поджимать. Они вот там справа где-то были. Я вижу их уже. Можешь трос кинуть? Да. Вон он летит, смотри, вон он сверху. Влад, тебя справа сейчас долбить будут. Я не пойму, где они у жителя.
хилятся. Без жизни и брони. Нокнул одного. Да. Знаю о нем. Вот типы. Я отошел, подожди, подожди, подожди. Обхожу. Меньше 30 секунд. Тихо, тихо, тихо. Ты один. Да. Тихо, тихо, где поднимают? Не пойму. Давай в зону. Вот, вон они, вон они. Вон они. Стоит пойти сюда. Нокнул. Хорошо. Уходи туда. Хилюсь. Все нормально, все нормально. Не лезь, не лезь сильно только. Я поднимаюсь. Прибегайте. Время дай мне чуть-чуть. Не знаю. Хватит. Тихо-тихо, я хилюсь. Где он, ты мне скажи? Возле меня, возле меня. Я вижу, тихо, не лезь. Он в доме. В доме? Да. Он очень уворотливый, сука. Хорошо. О, да. Надо сейчас я перекурю. Он очень сильный, кстати, был. Угу. Ну это я 0 урона нанес, наверное, вообще. Я сейчас вообще в этой игре, я просто по 12 добивал, там просто вообще, ну... Эта игра для меня, это, конечно, чисто добить человечка. Ну нихуя себе, блядь, не ебашу там. Демон, блядь, воплоти.